Привет, друзья! 30 июля мы находимся на свадьбе Айдара и Нурии. И пока молодожены на фотосессии, мы возьмем интервью у прибывающих гостей на празднике. Как давно вы познакомились с молодоженами? Утром. А вы? Утром. Час назад. Какие эмоции вы испытали, когда получили приглашение на свадьбу? Раскрылся. Мне, в принципе, без разницы. Я человек толерантный. Какие эмоции еще? Я считаю, что это дело каждого. Кто как хочет, так и живет свою жизнь. Скажите, что планируете подарить сегодня молодоженам? Носки, бритву. Веник, пиво. Пену для бритья. Часы. Кошелек. Рубашку. Футболку. Пиво, девочки. Каким вы знаете жениха, какой он в ваших глазах? Кудрявый. Черненький такой. Узкоглазый, да, небольшого роста. Накачанный. Мужественный, красивый. Брутальный. Я, если честно, забыл, как он выглядит. Как вы считаете, кто меньше всего подарит денег сегодня молодоженам? Дядя Ильдар. Двоюродный брат наш. Рустам. У нас Венера. Тип, который на кабриолете. Как вы считаете, как молодожен назовут своего первенца? Влад Лена, наверное. Например, Хулио, да? Татарское оно. Сиражье. Доздраперма. Степанида. Немного интимный вопрос, ребята. Скажите, когда вы первый раз поцеловались с мужчиной? Только честно. В юности, под лунным вечером. На скамейке где-то. У меня... В летнем лагере, в Гайдаре, в королевскую ночь. У меня тоже в деревне, лет 16, наверное, было. Гадал на картах и, типа, сегодня тебя поцелуют. Как вы думаете, под какую песню молодые будут танцевать свой первый танец? Владимир Тесентро. Кольчик. Песня «Бутырки», девчонка с центра.